Всем привет! Сегодня в рубрике Old School у нас будет очень серьезный, престижный, тяжелый, красивый, комфортный, классный, короче, автомобиль. Я знаю, вы обычно все просите краун, краун, сними краун, но я не могу снимать совсем простые модели, когда еще не сняты такие интересные. Mazda Lucha. Mazda Lucha, ребят, итальянское название, поэтому Lucha. Я знаю, что многие называют ее ласково Люси, но нет, не совсем это верно. Хотя, я думаю, если кто-то скажет, что это, ну, там, Mazda Люси, там, тыры-пыры, конечно же, его поймут, о какой машине идет речь. Так вот, вот она перед нами, если с итальянского перевести, это яркая, сияющая. Ну да, это, можно сказать, флагман, маздовский флагман с 86 по 91 год. Сама по себе модель, в принципе, даже вот внешне, она тоже имеет достаточно узнаваемый такой внешний вид. Я вам так могу сказать, что их было две разновидности. Была вот в кузове седан с равными дверьми обычно, да, и был еще кузов хардтоп. Кузов хардтоп, он был маленько пожирнее, он был маленько побольше. Ну, в общем, он был, короче, полюксовей. Одним словом, полюксовей. Но вы знаете, я так скажу, и вот в этом кузове все очень неплохо. Сразу можно сказать, один из ярких, узнаваемых элементов нежности – это вот специфическая решетка радиаторная, которая чем-то напоминает Mercedes. Она еще с таким заходом. Причем, что на версии седан, что на версии хардтоп, примерно одинаковый. Вот это вот элемент внешности очень узнаваемый. В целом, если сказать, модель на самом деле очень старая, она с 60-х годов, аж 60-х годов, да. Но это уже последнее поколение, к сожалению, после 91-го года они перестали ее продолжать, хотя хитрые маздовцы продали штампы для панелей кузовных корейской Kia. И Kia потом еще какое-то время выпускала свою уже собственную модель, вот в, ну, внешне выглядящую точно так же, с таким пошловатым названием Potentia. Прямо сразу кажется, что потенция, да? Ну, черт возьми, наверное, все-таки потенции там было не особо. Kia есть Kia. В леворульном варианте тоже такая машина была, Mazda 929. Залезем под капот. О, уже с газовыми упорами. Ну, другой класс тачки, конечно, все серьезно. А именно на Mazda Lucha впервые появился V6. Маздовский V6, ну ничего себе Маздовский V6. Были роторные двигатели, даже турбо-роторные двигатели. 1.3, конечно, представляете, да, вот такая большая тачка ездила с 1.3 роторным турбовым двигателем, который был в районе 200 лошадиных сил. А у нас здесь моторчик, конечно, попроще. У нас здесь рядный, двухлитровый, карбюраторный, ну, один из минимальных, так скажем, моторов. Что, кстати, не говорит о том, что салон у нас совсем минимальный. Не знаю даже, таскать такую большую, тяжелую тачку. Ну, впрочем, ей не нужно было особо быстро ездить никогда, я так предполагаю. Конечно, я бы предпочел увидеть в этой машине не минимальный FE, ну, он так и называется, такая модель, двигатель FE. С, ну, честно, данные разнятся по каталогам, поэтому приблизительно, скажем, 90 всего лошадиных сил и 100, там, по-моему, 50 крутящего момента. Да, я хотел бы здесь видеть V6. Ротор даже как бы не знаю. V6 трехлитровый, еще бы желательно турбовый. Ну, такой клевый, чтобы с моментом 200 с лишним, там, 230 крутящего. Ну, что поделать, машина редкая, нам хорошо, что нам повезло, ну, что она нашлась у человека вот в приличном состоянии, целая, стоковая, все как есть. Ну, можно, знаете, можно представить, что это одна из тех лючей, которые до 96-го аж года все еще ездили по Японии в такси, потому что там зачастую как раз и стояли вот минимальные моторы. Мне вообще нравится сохранность вот этой машины, потому что даже наклеечки вот эти вот, вот двигатели FE, 2 литра там, тоже какие-то вот периоды замены, там, какое масло заливать. Такое все, знаете, наклеечка оригинальной японских рекомендаций.
тут вот тоже еще что-то, тут вообще-то даже что-то ремонтное. Я так понимаю, вот это, по-моему, чуть ли не вообще какого-то периода техосмотра, может, еще что-нибудь, потому что видно, что ручкой от руки писали иероглифы вот там внутри. Ну, в графах как бы что-то заполняли. Да нормально, дай бог с ним. Как-нибудь едет, и слава богу. Согласитесь, ну не гонка. Пойдет. Ну, поскольку у нас мотор, ну, скучноватый, поэтому мы, наверное, полезем сразу в салон, покажем самое интересное. Мне, ну, разумеется, в таких тачках самое интересное – это салон. А, ну, вот и первый косячок, конечно. У нас небольшие проблемы с ручечкой. Ну, ладно, тоже поправим. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе! Ой, красота-то какая! Ой, я сейчас залезу. О, блин, он такой высокий. Диван, он и есть диван. Ох, 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 как мягко, ох, 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 как классно. Поржете надо мной, да, там, как я, наверное, кайфую, да? Короче, не хуже крауна, не хуже крауна. Действительно, все. Оформление, да, конечно, тут, ну, руль кожаный, да, руль вот в живой коже. Еще даже в живой пока что. Ну, видимо, потому что оплетку надевают и кожу не коцают. Смотрите-ка, да, значит... Значит, велюр по японской традиции, да, велюрчик. А, тут, конечно, не кожа, но пластик очень такой мягкий, аккуратно все сделано. А, ну, не спорю, пластик под дерево. Но пластик под дерево, опять же, не пошленько желтый такой, какой-то яркий сильно, а такого коричневого темного оттенка, смотрится очень неплохо. Да, а, смотрите-ка, родной кассетный мафон. Электронная приборка, поэтому сейчас сразу мы... Короче, сразу мы начинаем с электронной приборки, потому что это... я их люблю. Ох, елки! Классная какая приборка, мамка дорога! Тихо. Так. Нам это не надо. Это тут... Это, ну, видимо, из-за этого оставили родную магнитолку, чтобы на радио... Через радио работала музыка, да? Уважаю. Уважаю, оставили родную кассетную магнитолу. Вот сразу видно, что машина уже серьезного класса, не ширпотреб, не для каждого, не каждый ее явно себе мог позволить в конце 80-х. Есть обозначение вот этой активной подвески, которая, да-да, активная подвеска, да, то есть в процессе она регулируется, она с датчиками. Скорость, тахометр с такими вот циферками, с полосочками, с обозначением. Мне даже вот сама по себе приборка нравится, что она такая, то есть все показатели, они внутри вот здесь так. Есть датчик зарядки, получается, показывает у нас, вот получается, что, 13 вольт показывает. Что-то как-то, ну, наверное, он просто не очень точный. Часики, разумеется, тоже, как положено, сделаны внутри кожуха, то есть тоже их хорошо видно. Климат-контроль мог бы быть... активный, двухзонный, там крыша могла быть с люком, все это дело могло управляться тоже электронно, здесь у нас просто обычный печка-кондиционер на таких, не на крутилках, а на регуляторах просто, значит, круиз-контроль, электрозеркала, стеклоподъемники, да, то есть не сказать, что тут очень жирно, но даже для почти, ну я, по крайней мере, так могу предположить, почти минимальной комплектации здесь очень неплохо. Даже вот сами по себе, я говорю, материалы отделки, чувствуется, что уже другое что-то, вот хром, металлические, действительно, не пластмассовые детальки. Да, все так, это, все так серьезно, она на автомате у нас. Автомат режимный, значит, регулировки подвески можно выставлять вручную по кнопочкам. Слушайте, все равно, даже несмотря, что я понимаю, что не максимум, да, но все равно шикарно. Да, машинка еще можно позаниматься, здесь еще есть что сделать, элементарно лобовуху поменять, но вообще мне очень нравится. Даже само по себе состояние вот этого всего велюра, вот этого всего, да, чистый даже потолок. А, кстати, потолок у нас чем-то вроде винила или вот это что-то такое под кожу, да, такое сделано. Он мягкий, но он не как бы не ворсовый, он такой... Ну и традиционно я обращу ваше внимание, в каждом практически ролике про олдскульные японки я всегда обращаю на это внимание, аварийка. Ребят, вот посмотрите, где на панели аварийка? Где же она есть? А я вам так скажу, вот она, крошечная аварийка на руле.
То есть даже Мазды не ломались, получается. Не только Тойоты, еще и Мазды не ломались. Им тоже аварийка не нужна была. Вообще очень-очень приятно. Очень все здорово. Кстати, вот мне интересно, функции работают. Ну-ка, зеркала регулируются, окошки... А, сейчас, погодите. Окошки открываются. Ну, маленько туговато. Мазда, да? Ну, у Мазды все по-своему. Даже вот ручка открывать капот, она такая, ее тянуть надо. Ну, как, знаете, как подсос так, типа. Вот, а кнопка открытия багажника именно кнопка. То есть нажимаешь и открывается. Не тянешь, нет, как бы не загибаешь, а прям кнопку нажимаешь, ну, открывается. Сзади, я так посмотрел, прикуриватель есть. Да, это, конечно, элемент комфорта, когда у нас прикуриватель есть спереди, а есть прикуриватель сзади. Ох, елки, это, конечно, важно. Важно. Это сейчас модно не курить. Курить вредно, да. Все быстро побросали. А раньше, видите, тут вот еще бардачочек есть такой с нажиманием. У нас тут, я смотрю, он для хранения винтиков. Ну ладно. У меня тоже в бардачке есть всякие винтики, это нормально. Когда ты на старенькой тачке, это нормально. Всегда надо уметь что-нибудь делать руками. Давайте, наверное, стартанем уже, что ли, ее, послушаем, как этот маленький. Хотя нам владелец говорил, что у него что-то с выхлоп не очень доделанный, но я... Шумно, да, действительно, шумно. Поэтому мы, наверное, выключим. Выхлоп надо еще доделывать. Еще знаю, что мог бы быть холодильничек для напитков. Ну, у нас здесь просто бардачок. Еще знаю, что мог бы быть ионизатор. Ну, вроде имеется. Значит, зеркала нету. Могли бы быть, да, могли бы быть. Ну, и люк, как я уже сказал. Мог бы быть люк, который бы управлялся тоже. Ну, у нас нету, но он мог бы быть. Представительский класс. Че, много места? Да. Вообще комфортно. И это причем... Я развалился, да, и ты сидел на переднем сиденье, да, причем? Да. Ну, то есть сейчас переднее место, оно полностью назад сдвинуто. Вообще хорошо. Я, кстати, заглянул под низ и нашел еще одно подтверждение того, что комплектация, конечно, одна из минимальных. У нас там вместо рычажной подвески независимый, у нас там мост с тягой Панара, там, ну, в общем, понятно. Но... Я обычно в таких машинах, мне багажник не особенно интересует, но вот в этом мне захотелось его показать, потому что реально здоровый. Ну, логично, понятно, что бак находится под низом, а не за задними сиденьями, поэтому просторно. Да. Но я так понимаю, возможности откидывать сиденья, конечно же, нету. Но это и не надо. Ну, кстати, все очень хорошо. Обшивки немножко потрепаны, но они все на месте. Все родные обшивки на месте. Ну, относительно неплохая сохранность машины, так скажем. Я думаю, интересно, да? Все, я что, я же не, вас не за дураков считаю. Вы же сейчас на заднем плане у меня видите какую-то еще машину, да? Да-да-да. Да, сейчас мы перейдем к ней. Переходим к следующей машине. Ну и чё, как думаете, кто это? Mazda Luce. Да, да, вторая Mazda Luce в кузове хардтоп. Она у нас маленько немножко китчевая. Ну такая. С аэрографией на капоте. Ну такая, маленькая. Такая, с выпендрюжиком. А, блин, ну что? И у той с ручкой была проблема, и у этой, ну елки. Но, видимо, они тоненькие, отламываются. Ох, же тяжелые же двери. Ну, видимо, потому что хардтоп, рамки нету, они толстые. Так, ребят. Отличия в салоне налицо. Некоторые, значит, моменты получше, некоторые моменты похуже. Да. Ну, получше, разумеется, момент тот, что
у нас бордовый салон. Это просто, в принципе, круче, красивее. Сам по себе, конечно, я так чувствую, комплектация не особо-то жирнее той, но с некоторыми вещами, которые интересно было бы посмотреть, в отличие от той Mazda. То есть начнем с того, что у нас здесь вот он как раз есть климат-контроль, да, то есть уже не только вот эти рычажки. Приборка у нас, в отличие от той, не электронная, приборка механическая. То есть, сами понимаете, если вы видите на улице хардтоп Mazda Luce, это не говорит о том, что она прям жир-прижир. Это говорит только о том, что она хардтоп. Больше она ничем не говорит, потому что во всем есть и пожирнее комплектации, и может быть с максимальным мотором, но не очень максимально по салону. Так что все это понятно, что нужно изначально узнавать. Есть подогрев сидений, штатный подогрев сидений, да, в том его не было. Ручки вот эти отличаются немножко тем, что они здесь кожаные, там они были такие, типа, пластиковые. Здесь есть еще дополнительные хромированные элементы вот здесь, но они как бы, вот это уже не металл. Если это металл, то вот это уже не металл. Да, еще же есть зеркальце в козырьке. Зеркальце есть, но в козырьке, но только у пассажира. И я смотрю, есть в заднем подлокотнике управление тоже магнитолой и климат-контролем. Ну ладно, изначально эта машина была на роторном двигателе, на турбовом роторном двигателе. 1.3 объем. Двигатель Ванкеля. Но сейчас она по-прежнему с турбовым двигателем. Как только я это сказал, все уже сразу догадались, какой мотор ставят обычно в Мазды после ротора. Нет, не приоровский. Это у вас там где-нибудь, может, в Москве приоровские суют. А у нас суют 1JZ. Тойотовский 1JZ. Да, конечно, этот момент меня немножко разочаровывает. Я бы больше хотел, чтобы она была на роторном турбовом моторе 1.3. Ну, сами понимаете, время диктует. Роторный двигатель у нас является не особо надежным узлом в любой Мазде. Особенно если учесть, что для обслуживания он очень дорогой, с частой заменой дорогостоящих свечей, с частой заменой масла. Если, сами знаете, там такая тема есть, называется апексы. Ну, кому интересно, может погуглить, я так кратенько скажу. Это на кончиках ротора такие уплотнители есть, которые в лед подыхают. Ремонтировать их умеют мало людей. Ну, соответственно, если хочется, чтобы машина была на ходу, конечно, ставят какой-нибудь более современный, более ходовой, под заднеприводную машину двигатель. Ну, а естественно, что это может быть? Конечно же, это JZ. Хотя, разумеется, я бы, наверное, все-таки, если уж ставить другой двигатель, я бы, наверное, пошел бы в сторону каких-нибудь V-образников. Как-то вот мне больше как-то вот кажется, что такая машина, как Mazda Luce, то есть большая, представительная, такая серьезная машина, она бы больше, ей бы больше пошло ездить именно с V-образником. Вот так подумать, да, там, представляете, крошечный 1.3 стоял, даже если туда поставить, ну, пускай такой же ходовой распространенный УЗ, чисто как с точки зрения самого по себе стиля, да, и все такое, V-образник здесь как-то более ожидаемый. Ну, так или иначе, турбовый джейзик это все равно неплохо, зато, я думаю, она прикольно едет, хотя, несмотря на то, что она на автоматической коробке. Зато, кроме того, что в ней другой мотор и коробка, кстати говоря, редуктор стоит, между прочим, маздовский, только от RX-8, от современный. Можно зато посмотреть другой вариант салона, хотя бы, и другой вариант внешности тоже хотя бы, потому что ничего, кроме аэрографии с рыбкой на капоте, больше ничего, по сути, с машиной не сделано. Она даже на штамповках, на зимних. Вот. Поэтому, ну, как бы нормально. Пусть она будет в видео, и я считаю, что это очень даже неплохо. Знаете, что это такое плыть на корабле? Это ехать на Mazda Luce. Тормоза довольно-таки ватненькие. Ну что, не сказать, что совсем тупит 4-цилиндрового даже такого мотора, и то вполне достаточно.
Я вам так скажу, едет довольно-таки бодро. Она очень сильно кренится в поворотах, конечно, вот я прямо, меня аж заваливает. Вот я не чувствую вот кочек, вот мы ехали сюда, я вот эти все бугры, я чувствовал просто жестко вообще. Ну давайте лежачок пройдем, наверное, на 30. Ну вообще, могу сказать, вашим юбилейным только на Мазде такое и гонять. Вот, в горочку, смотрите, ребят, в горочку уже пошло потуже, уже пошло потуже. Ну, хотя, знаете, может быть, это из-за того, что выхлоп гудит, и мне кажется, что я уже сильно жму прям на педаль. Я представляю, как она навалит, если поставить, ну, который ей как бы вообще нормально тоже считается стоковым, если ей поставить 3-литровый V6 на турбе, это просто будет огонь. Вот я сейчас жму в пол. Итак, в горку, жмем. Давай, 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 давай. А, я уже повернул. Я лошара. Мне почему-то показалось, что там какие-то дачи, а я зря. Ну, пофигу, давай поедем по плохой дороге. Сейчас посмотрим, как нам будет это ощущаться. Да никак это не будет ощущаться. Никак, блин. Толстая резина, мягкая подвеска. Ну, конечно. Только не пишите мне, что я намеренно в ямы еду. Я намеренно в ямы не еду. Так, никого сзади нету, я полностью затормозил. Так, все, стартуем. Давай, давай. Ёлки, ну маленечко, ладно. 78. 80, чуваки, 80 уже, ништяк. Ой-ой-ой, 89. Сейчас мы отправимся в будущее. 88 километров 100. А, ну да, блин, Макс, там же мили были. Там не километры, там же мили. Ну в кино. Ну что, ребят, подведем небольшой итог. На GZ-ной на данный момент особо отжигать, кататься смысла нету. Она все-таки на автоматической коробке. Как бы была бы на механической, можно было дергануть пару пятачков, конечно. Но я думаю, ее очередь настанет либо в дождливую погоду, либо уже в снег. Не зря у нее наклейка зимника присутствует. А стоковый вариант, вот вторая Mazda Lucha, она, конечно... Все мои впечатления, я думаю, на видео видны, пока, особенно пока я ехал. Но ничего плохого сказать в любом случае нельзя. Как бы то ни было, это очень достойный представитель японского, именно JDM олдскула. Хотя, достаточно своеобразный, конечно, представитель, не такой ходовой, как его одноклассники, возможно. Но, тем не менее. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на канал, репосты социалки просто обязательно, все ссылки есть в описании, особенно Drive 2 и ВКонтакте, где опубликуются все анонсы, ну и вся свежая движуха. Впереди еще много видео про японские авто, новые, старые, разные. Всем пока! Она для, видимо, американцев более высоким классом, чем даже Camry, да? Для более умных, и поэтому все-таки перегрев катализатора подписали английский. Написали просто «Жара! Хит! Жара! Чувак, видишь, горит датчик, у тебя жара! Жара у тебя, понял?» Че такое?